В Национальном музее Республики Башкортостан проходит выставка «Мы вам дарим сказки 90 лет», посвященная юбилею Башкирского государственного театра кукол. На этой выставке я рассмотрела множество кукол. Мне очень понравилось то, как раньше изображали сказочных персонажей. На самом деле, жизнь театра увлекательная. Представления есть как и для детей, так и для взрослых. Как по мне, театральные постановки показывают всем примеры поведения и учат чему-то новому. На выставке зрители могут увидеть много из жизни театра. Тут представлены куклы из разных пьес. И даже в годы Великой Отечественной войны актеры продолжали радовать детей спектаклями. За 90 лет у театра скопился богатейший архив, и все желающие могут присмотреться к истории кукол. Самые первые куклы были выполнены в системе «Петрушка». Они надеваются на руку, и кукловод управляет ими. Легендарные спектакли, которые прославились, «Божественная комедия» и «Белый пароход», их куклы тоже находятся на выставке. Раньше люди часами стояли в очереди возле театра и спрашивали друг у друга лишний билетик. Выставку «Мы вам дарим сказки 90 лет» можно будет посмотреть в Национальном музее Башкортостана до конца февраля. Лада Гилева, Руслан Бекбаев, специально для Горы новостей.